пирожок испечь надо. Подарим ей твой пистолет. Пистолет? Нет, бабушка стрелять не умеет. Тогда подарим ей твой велосипед. Бабушке ее любимую мясорубку. Давай! Почистим ее и спрячем. Чипа, чипа, чипа! Бабушке ее большую кастрюлю? А как же тогда суп с косточкой? Бабушка сварит его в маленькой кастрюльке. Тогда мне опять ничего не достанется. А может, мы очки бабушке подарим? А она любит очки. Да бабушка жить без них не может. Тогда скорей! Гуля, гуля, гуля! Где-то я такую косточку видел. Вспомнил. Нашел таки. Ну как?
мне. Не разбей. Рыжик играет. Ой, что это? А это наш подарок бабушке на ее день рождения. Рыжик, пойдешь с нами? Пойду. А что ты подаришь бабушке? Я подарю ей куклу Машу. О, это одноглазая. Она не одноглазая. Ну тогда я подарю ей плюшевую мишку. Да ну их! Бабушка вообще не любит плюшек, мишек. Она любит всякие игры. Вот, например, настольный хоккей или железную дорогу на батарейках. Ну хорошо. Я подарю твоей бабушке настольный хоккей. И, может быть, из нее выйдет настоящая настольная хоккеистка. Рыжик, ты почему не ешь? А я жду сладкий пирог. Ба, очки потеряла. Сладкий пирог. Ой, это же просто котенок. Ой, и правда котенок. Видно, сослепу перепутала. Вот что значит очки потерять. Бабушка, вот твои очки. Я и Джек дарим их тебе на твой день рождения. Ой, спасибо вам. Да вы их еще и починили. Ну, сейчас и пирог найдется. Теперь я с такими очками еще вкуснее пирог испеку. Вкуснее не надо. Побольше бы вот. Кушайте на здоровье. Спасибо. Помощники мои, ох, молодцы, сами своими руками починили. Смотрите. Музыка. Танцуем все.